Parimate tulemuste nimel pean tihti töötama varajastest hommikutundidest hilisõhtuni. Тема нашего выпуска – зеленое мышление. Тебе это знакомо? Да, более чем. Я ведь прожила год в Исландии. И хочу сказать, что исландцы не просто помешаны на зеленом мышлении, они этим живут. Ты знаешь, не только исландцы, но и финны. Остается найти в Финляндии экологически чистый вид транспорта. Мы находимся в первом в Европе автобусе беспилотнике. Несемся. Это, конечно, все очень хорошо, но вам не кажется, что мы едем немножко медленно? Не, ну в этом тоже есть свои плюсы. Например? Ну смотри, автобус едет медленно, его не трясет, и селфи делать удобно. オーラのようなタレントになりたいと思います。オッケー。